Я не могу почему-то эти тесты теперь проходить, потому что мне теперь надо залогиниться. А, нет, смотри. Кто я из сериала Wednesday? Ну нахуй я зашел на этот сайт. Начнем с простого. Какой твой биологический пол? Мужской пол. Так. Хорошо, с этим разобрались. Расскажи мне о себе. Каким человеком ты видишь себя со стороны? Тут нету такого варианта. Я инфантильным. Есть инфантильным чмом, я себя чувствую. Ладно, какой я со стороны, сейчас я вам скажу. Я справедливый, расчетливый. А, один вариант. Тогда просто... Я на позити... Нет, я на харизме. Вот, я вот такой вот. Ну что ж, так и запишем. А как у тебя с общением? Легко ли ты заводишь новые знакомства? Для меня это не проблема, я только рада. Мне это сложно дается, но справляюсь как могу. Мои навыки общения оставляют желать лучшего, блять. Не, ладно, окей. Навыки общения в порядке, новые знакомства завожу в зависимости от ситуации. Я думаю так. И еще уточнение. Скажи, что у тебя больше, что тебя больше привлекает? Работа в команде или в одиночку? Зависит от ситуации. Так, благодарю за четкий ответ. Спасибо, блядь. Расскажи, каким ты видишь себя в романтических отношениях? Любящим и преданным. Властным и доминируешь. Блядь, это ужасно. Это ужас. Ну что ж, с этим все понятно. Поговорим об одежде. Какой стиль ты предпочитаешь? Так, что-нибудь готическое? Не-не-не. Что-нибудь поярче? Обычная повседневная или строгий стиль? Шуба. Ну, шуба это что-то яркое, наверное. Шуба. Не, ладно, вообще я... вот когда я на улицу в реал выхожу, вот чем я больше похож на обычного прохожего, тем я и себя считаю лучше, потому что, блядь, меня меньше школьников будет узнавать. Довольно интересный выбор. А какой жанр музыки, песен тебе нравится больше? Рэп. Ну, рэп это современная классика, я считаю, поэтому, блядь... Не, ну ладно, здесь, наверное, электронная... А, хип-хоп, хип-хоп, йоу. Да, жесткий хип-хоп. Ясно, посмотрим, что будет дальше. Допустим, что тебя позвали в кино. На какой фильм пойдешь? Точно не ужасы, блядь. Наверное, детективы. Вот детективы, наверное, самые ебейшие, я их люблю. Если там вот прям такое, что я сам еще могу угадать. Когда уже закончится тест? А, я на половине. Ну что ж, со вкусами, думаю, закончено. Поговорим о друзьях. Сколько у тебя их? Я Дима Скрыник. Ладно, несколько, ну, несколько друзей, блядь. Есть у меня друзья. И папа есть тоже, нормально. Так, а как обстоит с врагами? Ну, у меня есть один злейший враг. Мне все равно, сколько, блядь, вообще-то у меня врагов, нахуй. И кто это такие, блядь? Хуяк. Все, нормально. Пойдем дальше. Скажи, что у тебя обычно привлекает в людях? Я в восторге, когда просто даже нахожу единомышленников. Блять, ладно. Ну, у меня был какой-то такой приступ вчера-позавчера. Люблю, когда все обращают... Ну, бля, это моя болезнь. Это типа, возможно, это нехорошо. Но, блять, это у меня какая-то болезнь, блять. Такая, эксбиционист какой-то. Я. Так. Так и думал. Ты откуда ты нахуй думал, блять? Следующий вопрос. Над твоим другом постоянно смеются его знакомые. Что будешь делать? Блять, ну ждать, когда у него отрастет, блять, прическа. Ну потому что это тоже, ну это пиздец какой-то. Ну просто когда у него нормальная прическа опять вернется обратно, я тоже перестану смеяться. Ну последнее я просто не имею права отвечать. Но, не, ну тут это представляется по-другому. Я бы это, ну как... Я бы не с обидчиками говорил. Я бы подрубил бы стрим и говорил: «Вы чё, хуесосы?» Ну, вот так вот я бы делал. Ну, считай, обидчики бы меня услышали, поэтому... ну, было бы так. Да будет так. Расскажи, чем ты обычно занимаешься в свое свободное время? Да-да, читаю, блядь, да. Смотрю фильмы, просто сплю, уделяю время хобби, общаюсь с друзьями, слушаю музыку. У меня, к сожалению, всегда свободное время. И нормально. Так, спасибо за ответ. Думаю, нам пора заканчивать.
Ответь, на что ты готова ради своей цели. Я готов взять ипотеку. Ну вот, наверное, вот так. Да. Блять, я ж беспринципный, блять. Ладно. Кто я? Кто я? Кто из перечисленных ниже, по твоему... Ой, кто из перечисленных ниже, по твоему мнению, тебе ближе? Вещь. Рука это, блять. Кто я? Кто я? Кто я? Я рука? Я рука. Я хочу быть рукой. Ебать, я рука, нахуй! Я рука, блядь! Сюда! Это самый крутой персонаж, блядь, в сериале. Самый охуенный. Жалко, он умер в конце. Бля, жестко, реально. Но я бы еще, может быть, бы хотел бы вот этим чуваком, он мне понравился в серике. Вот. И я бы еще хотел бы вот этой вот девахой быть. Почему я должен выбрать пол, блядь? А если я хочу быть по характеру, как эта девочка, например? Она такая, хаслер. Она хаслер, стример. Не, я рука, это охуенно. Охуенно, пацан Трей, я рука теперь.